Вова, не делай безразличный взгляд, как будто тебе пофиг. Ну как не делать? Расслабься. Все. Ну Вова, ты как будто спишь. Так нельзя делать. Всем привет, меня зовут Женя. И сегодня мы с моим мужем Вовой. Вы уже его видели в одном из моих видео. Мужей. Всем привет, меня зовут Женя. И мы сегодня вместе с моим мужем... Всем привет, меня зовут Женя. И мы сегодня вместе с моим мужем... Всем привет, меня зовут Женя. И мы сегодня вместе с моим мужем Вовой решили снять челлендж под названием «Мой муж делает мне макияж». Соответственно, Вова не умеет делать макияж, он никогда этого не делал. Ты же никогда этого не делал? Вова даже не знает, какую косметику ему здесь поставила на стульчик, поэтому давайте посмотрим, что получится. Я тебе помогу. Начинай с тоналки. Чё с тоналки? Начинай. Тонировать? Надо меня красить. Ты же видел, как я крашусь? Вижу. Ну я же не так крашусь. А как? А где губка? Губка? Губки нет, руками. Только это кисточка. А что будет? Все, хватит, пожалуйста. Эконом. Да, Вова, я же так не делаю. Брови я не мажу. Ты брови все замазал, теперь и волосы ты все замазал. Ты теперь на бабушку похож. О, боги. Наносить? Где скулы? Где скулы? Вот здесь? Где тень, да, чтобы выделить скулы. Вот здесь? Угу. Так сразу худеет лицо. И нос мне скорректирую, чтобы поменьше казался. Вот так? По бокам крылья носа замажу. Вот так? Да, наверное. Что ты? Куда? На яблочке. А где это? Щечки яблок. Ладно, не буду подсказывать. Наверное, так нельзя. А здесь? Что-то много. Ой, кошмар какой. Че, нормально? Да сейчас записывай. Нет, что-то не то. Нет, из-за тебя у меня раньше времени морщины появятся. Давай вытрем тебе все. Тут все полотенце. Типа у тебя боевой раскрас. Нет, не пойдет тоже. Давай смываем. Пожалуйста. Оно не смывается. Ты кухонный полотенце. Нет. Типа боевой раскрас. Ты то... Ну? Зубы ты не мажешь. Да. У вас что, у мужчин руки будто из одного места? Да, да, да. Я вообще не понимаю, для чего девушки этим занимаются. На нос чуть попало. Зачем ты выделяешь этот тряп? Мне завтра прыщи будут. Прыщи. Это что? Тушь. Made in France. Живанши. Четыре в одном. Пробник. Пробник. Ой, только в глаз не попади. Да во! Ну так же никто не красит. А как красят? В смысле? А мне что, кто-то показал, как красить? Я боюсь глаза открывать теперь, вдруг щипать будет. Вот 100% натурально, это для чего? Это просто бальзам для губ, ты можешь им тоже мазать. Ты мне что, накормить захотел? А вот Бобби Браун. Это просто этот. Бобби Браун для чего? Подводка для глаз, но я думаю... Вот? О боже, у меня глаза слиплись. Ты красиво меня накрасил? Я даже не пытался. Вообще не понимаю, для чего девушки прячут свою истинную красоту, красят. Нет, мы ее подчеркиваем только. Да, подчеркивайте. Не надо фигней страдать, кучу денег не надо тратить на косметику. Ну да, кучу денег на косметику, это конечно, да. Мы с тобой начали встречаться, я красилась. А потом, когда я там, может быть, стала с тобой жить, я перестала краситься, твое отношение ко мне изменилось, когда я без косметики стала появляться? Нет, я поэтому и говорю то, что не надо краситься, нет в этом смысла никакого. Вы просто сами себя хотите, это боевой рассказ.
окрас какой-то, или что, я не понимаю. Оставайтесь такими, какие вы есть, там, может быть, самый минимум вообще косметики, который вообще возможен. И косметика, естественно, только натуральная. Не надо портить, в общем, свою кожу, свое лицо косметикой с детства. Потому что все идет с детства мы не учим языки, с детства мы портим свое лицо. В Европе никто не красится. Да, и вообще... все они ходят страшные, да, толстые. Да, они страшные и толстые, и в любом случае они выходят замуж, женятся, рожают себе детей и живут счастливо, и никто в Европе не умер, и все, в общем, ништяк. Никто в Европе не умер. От страха. Я не знаю, если вы хотите быть красивыми, подтянутыми, там больше ходите, там ходите в спортзал, на турнике занимайтесь. Но вот эта косметика, она только вредит вам и вашему кошельку. Кошельку мужа. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Пока-пока.